А вот еще один экспонат, который тоже показывает возобновляемую энергию. Ты должен вот этой батарейкой солнечной попасть на солнце. Вот я это делаю по отражению. Соответственно, солнце попадает на батарею, и это, в свою очередь, приводит к движению вот этих вот шестеренок. Ну вот наглядным образом показано, как устроена солнечная энергия. Кстати, прикольно то, что его действительно можно поймать. Только тогда, когда ты ловишь лучи, это начинает крутиться. Пока, когда ты не ловишь лучи, она просто отвернута, все это останавливается. Вот прям наглядно все это показано.